Сказка про Малейку. Здравствуйте. Сказочно во всем. Дня, утра, вечера. Ну, привет. Оператор, ты думаешь, я тебя не вижу? Странные людишки вы существа. Венец, пираты и все такое. Так вот, ты будешь снимать меня ровно столько, сколько я тебе это позволю. Как там тебя зовут? Яша? Так вот, Яша, ты считаешь, я не видела вашу камеру, замаскированную под пенек около моего логова? Это у шакалов две извилины и те прямые. Это шакалы только и могут что тырить еду у тех, кто ее добывает. А я умная, красивая, гибкая и удачливая охотница. И назвали вы меня Малейка. Ну да ладно, я знаю, что ты уже год наблюдаешь за мной, чтобы сделать фильм на Зоо ТВ. Но это пока я позволяю. Что? Не веришь? Так ты же не снял, как мы с Тагиром, отцом моих детей, любили друг друга. Это уже потом Ульяна, твоя помощница, сказала, что я в интересном положении и не могла загонять добычу, а Тагир приносил мне еду. И вот неделю назад у меня родились детки, мальчик и девочка, Грант и Мия. Тагир мне принес зайца, и теперь пить я хочу. Не надо ко мне приближаться. Меня обидеть может каждый, не каждый сможет убежать. Тебе нужен крупный план? Хорошо, я детей накормила. Пойдем устроим фотосессию. У меня есть часик. Догоняй! Яша, ну что ж ты такой душный? Зудишь, как слепень в жаркий день. Зизузи, зизузи. Ты ж дохлого буйвола уговоришь. Ладно, покажу своих детей. Ох, тяжела ты шапка фотомодели. Мия, Грант, дети, домой. А ты, Яша, портфолио там же на пенечке оставишь. Может, когда на телевидение придется устроиться? И, как обычно, я говорю, из сказки плавно в жизнь. Я продолжаю покупать алмазку у разных продавцов на Валбересе. Сравниваю качество страз, пропечатку, результаты и рассказываю вам об этом. Сегодня магазин «Алмазный ряд». Такой сюжет давно ходит по Алиэкспресс, но он там прямоугольный, и вот здесь вот чуть больше водички и заката. Но дизайнеры «Алмазного ряда» сделали квадрат 40 на 40, и картинка, в общем-то, не стала хуже. Можно было купить на подрамнике и без него. Я не хотела заморачиваться и взяла, конечно, на подрамнике. Так, технические характеристики. Круглые стразы, 16 цветов, всего 16 цветов. Я немножко засомневалась, но решила эту картинку сделать и посмотреть, что получится. Оттенки серого, коричневого, оранжевого и желтого. Больше ничего нет. На полотне символы не были обведены кружочками, и поэтому их не видно вот в промежутках между стразами. Само полотно расцвечено в цвет страз. И поэтому там, где немножко вот все равно по круглые стразы, вы знаете, что имеют расстояние между ними, вот их не видно, потому что полотно цветное. Инструменты. Стилус, лоток, масса для стилуса. И было вложено вот такие крепления с шурупами. Оно прекрасно, картинка легенькая, держится и на подрамнике, но самое главное, вот такое вложение было. Так, теперь лирика. Что мы видим? Кошка пришла к водопою, ну, наверное, перед этим распугала там оленей или косуль. Взгляд настороженный, потому что в ее мире должно быть так,
все всегда должны быть начеку. Результат мне понравился. Очень четко видны все пятна. Они не сливаются в одну, все границы вот замечательно видно. Глаза, ушки, морда, усы. Прям все замечательно. Стразы хорошего, приличного качества. Не скажу, что там чем-то я была недовольна. Клеевой слой отличный. Все замечательно. Я могу смело рекомендовать алмазный ряд Леопард. Всем мира, добра и сказочного настроения!